Дорогие друзья, от всей души мы хотим поздравить вас со старым Новым годом. Хотим пожелать, чтобы у вас весь год было настроение, как говорят музыканты, как по нотам. И хотим предложить вам подборку веселых, смешных анекдотов. Простите, пожалуйста, можно? Да, пожалуйста, заходите. Доктор, извините, если вы не поможете, никто не поможет, у меня такая проблема, мне нет. У меня профессия такая, знаете, непростая. А где вы работаете? Я инспектор ДПС. Я видел ваше лицо, штрафовали как-то меня за ремешок, ну не важно. Я пошел? Не-не-не, я давал клятву Гиппократу, поэтому останьтесь. Ну, вы давали клятву Гиппократу, я давал клятву Колокольцеву. Каждый дает своему начальнику клятву. Но у меня, понимаете, интимная тема. Я бы мог с ребятами посоветоваться, но ребята могут не понять. Могут. У вас ваши ребята могут не понять. Сейчас не об этом. Дело в том, что я каждый раз ухожу на работу, да, и перед выходом целую жену. Вот. Ну, я тоже целую, это нормально. Да, но после моего поцелуя у нее на лбу все время остается кровоподтек. Вот я поцеловал, хоп, кровоподтек. Ну, куда вы целуете жену? В губы. Один поцелуй, один кровоподтек. Два поцелуя, два кровоподтека. То есть три поцелуя. Три будет три кровоподтека. Я не знаю, что делать. Дам совет. Вы когда жену целуете, фуражку с головы снимайте. Сейчас. Может, при этом еще и свисток изо рта вытащить. Давайте, пожалуйста, следующий. Кто там? Я пришел уже. Раздевайтесь, пока я предыдущего больного продиагнозю. Не понял. Раздевайтесь, что вы не поняли. Времени нет, людей столько сидит. Дорогой, я еще ничего не успел сказать, ты уже ставишь меня в тупик. Я доктор, я знаю, кого куда поставить. Или раздевайтесь, или уходите. У меня сегодня столько вы пациентов, времени нет. Хорошо, я сделаю все, как ты мне сказал, только не нервничай. Вот люди, зачем вы догола разделись? По пояс надо было. Ладно, я вас слушаю. Я угольщик, уголь привез. Куда разгружать? Алло, алло, Лёля. Лёля, я не знаю, что делать. Понимаешь, мне просто снизу в пол кто-то стучит уже минут 40. Я просто не знаю, уже стучат и стучат. Я ничего не могу делать. Что делать? Сходить узнать? Сейчас схожу, узнаю. Обзыня, обзыня, обзыня. Здравствуй, здравствуй, брат. Валерий Николаевич, а чего это вы дома в каске? Витя, заходи. Я батут купил. Алло. Алло, Гагик. Я тебе хотел... Слушай, ко мне племянник пришел. Я перезвоню тебе. Открыто, дорогой, заходи, двери нет. Я пришел, дядя, уже. Ну как результат? Ты ходил сдавать? Я ходил сдавать, у меня вообще ничего не получится. Ты же всегда хотел в оркестре стучать ритм на тарелке. Я стучал, делал ритм, они меня вообще не понимают. Они не приняли, меня выгнали оттуда, меня не взяли, дядя. Как тебя выгнали оттуда? Они меня вообще никак не взяли. Тебя что, совсем не взяли? Вообще никак даже так не взяли. Даже вот столько не взяли? Вообще никак не взяли. Нисколько не взяли? Ты же там был три часа, да ты же хотел... Мила, никак не говорит, а сюда не взяли вообще никак меня. Ты же хотел делать ритм, почему не взяли? Не попал. Вера Николаевна, здрасте. Я не пойму, это что, ваш Эдик? Это Эдик, да, вот он. Я сразу... Подрос, да? Нет, подрос-то подрос. Почему пол головы перемотано снизу? Рот порвал. Да вы что? Разгрызал орех, порвал рот. Как? Я не знаю, как можно разгрызать орех и порвать рот. Вот тебе и купи, мама, кокос. Валера, я тебя таким вообще никогда не видел. Ты что, меду поел, а? Да лучше. Что случилось? А? Я вчера с Танькой целовался. Да ладно, да ну. С какой Танькой ты? С 19-го дома. С рыжей, что ли? Ну да, красавица наша. Говоришь, пить бросил.
Александр, а знаете, слушай, я сейчас немножечко под шоссе, честно говоря, хотел пооткровенничать, да. Стеснялся, постеснялся, знаете, как, а сейчас что-то такое. Я слушаю вас. А правда, говорят, что вы за нами доедаете? Ну что вы, как можно, ну что вы, это вы за нами доедаете. Зоя Павловна, я слышал, у тебя вчера в троллейбусе ЧП случилось. Да, вот, ехал в троллейбусе, наркоман в сумочку залез. Да ты что? Ну, вот представь себе, ехала и залез наркоман. Наркоман, да? Залез в сумочку? Прямо ко мне залез в сумочку наркоман. Да, и что? Да ничего, открываю сумочку, сидит. Слышь, брат. Неудобно задавать вопрос, но без этого не получится. Я слушаю. А ты не знаешь, где живет Кирьян Кирьянов? Да ты же есть Кирьян Кирьянов. Я знаю, ты скажи, где он живет. Дорогие друзья, мы поздравляем вас со старым Новым годом и желаем в новом году всем обязательно находиться в полном сознании. Желаем, чтобы у вас всегда было настроение, как в сегодняшней программе. Со старым Новым годом!